Декоративно-прикладное искусство – неотъемлемая часть народного творчества. На протяжении многих веков люди стремились сохранить это ремесло. Эдье Шаменова сумела не только сохранить, но и передать другим секреты своего мастерства. Выставка организована Крымским этнографическим музеем совместно с региональным центром народных ремесел «ОРНЕК» при поддержке Министерства культуры Республики Крым. Проходит в рамках года культурного наследия народов России. Выставка посвящена памяти нашего руководителя, который организовал Народное творческое объединение «ОРНЕК», и выставка поэтому называется «ОРНЕК». Здесь присутствуют 53 мастера, которые собрала воедино Эдье Усиновна. Творческое объединение «ОРНЕК» было организовано в 1999 году заслуженным работником культуры Республики Крым Эдье Шаменовой. Его участники – люди разного возраста и профессий. Их объединяет любовь к народным ремеслам. Многие из этих мастеров, более 150 человек, объединены в творческое объединение «ОРНЕК». Это творческое объединение, наверное, одно из первых в нашей Республике Крым, которое было открыто в середине 90-х годов на базе Дома культуры села Тепловка Симферопольского района. И инициатором этого объединения была заслуженный работник культуры Республики Крым Шаменова Эдье Усиновна. Главной задачей творческого коллектива было возрождение и сохранение традиций народов Крыма, зародившихся много веков назад. Мне больше всего понравились витражные росписи на стеклах. Работы чудесные, особенно так как я занимаюсь керамикой, я обращала внимание именно на керамические изделия. У меня просто слов нет, можете сами полюбоваться. Выставка будет работать в Крымском этнографическом музее до 4 марта. Мединия Метова, Алиса Мединов, Алим Абдулхаиров, телеканал «Миллет».